Здравствуйте, это Балкани ТВ Санкт-Петербург. Я Александр Сенин. Никогда не был на концерте группы U2. Константин Михайлов был на этом концерте в городе Париж совсем недавно. Именно он, нет, не U2, а Константин Михайлов. У нас сегодня в гостях. Привет. Приветствую. Ну и как там было? Это было сумасшествие какое-то, потому что когда вышли U2, стадион взорвался. Вот очень хотелось бы увидеть у нас в стране тоже что-то подобное. Вот. Но я думаю, что мы к этому идем. Я надеюсь. Ну, то, что петь YouTube здесь у нас на Белкани ТВ нельзя, ты, наверное, знаешь. Конечно. Мы поем свои песни, что будем петь? А попробуем блюз спеть. Блюз, Константин Михайлов, Белкани ТВ, Санкт-Петербург. Слушаем. To wake you up, I didn't mean to interrupt, but seemed to get to give a little excuse, yeah. And the morning shines so bright, and I was melting through the night. You never gave me other chances to choose. I'm begging you, please don't spoil it. Don't get up with what it does. You're the queen of my dreams, so join it, 'cause I've got no more things to do, yeah. Pressure's jumping up and then the clock's about to stop. You tell me who'd knock you out of my shoes, yeah. And then you say you offer it up, now's the time and that's enough. There are so many things that you don't wanna lose. I'm begging you, please don't spoil it. Don't come up with what it does. You're the queen of my dreams, so join it, 'cause I've got no more things to do, yeah. Lonely the Jack, we got some wine, we got some snack, and then I played some kind of good smelling booze, yeah. And this is how the things are done. Your nipples said you'd better run. I want you now, I want you, make me feel good. I'm begging you, please don't spoil it. Don't come up with what it does. You're the queen of my dreams, so join it, 'cause I've got no more things to do. 'Cause I've got no things to do, yeah. 'Cause I've got no things to do. А браво, Константин Михайлов здесь у нас на Белкани ТВ Санкт-Петербург. Привет, Бона. Ну, а какую бы песню YouTube ты бы исполнил, если бы тебе это было позволено сделать здесь? In a little while. Почему? Она просто красивая, клевая и очень интересно можно спеть под одну гитару. Один человек сказал, музыкант, что для хорошей песни нужна всего лишь одна гитара и один голос. И вот это как раз песня, мне кажется, под это подходит. Но, по-моему, все-таки одной гитарой и одним голосом ты не обходишься. Есть какой-то коллектив единомышленников. Можешь поподробнее о нем? Да, конечно. Проект называется Different Cloud. И в нем на данный момент 4 человека. То есть это вторая гитара, бас-гитара или контрабас и перкуссия, либо барабаны. Вот. Ну вот, может быть, в ближайшем будущем клавишник какой-нибудь появится, может быть, электрончик. Экспериментируем от блюза до электроники. Ужас какой-то. Эксперимент — это главное. Different Cloud и Константин Михайлов были здесь у нас на Белкани ТВ Санкт-Петербург. Большое спасибо отелю «Три моста» за предоставленную площадку. Счастливо увидимся. Удачи вам. Спасибо.